Я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас в состоянии поддержать наших митингующих. Выходите, выходите на улицы, организовывайте шествия, организовывайте митинги. Сегодня та самая народная волна, она вот набирает силу. Очень скоро произойдут перемены. Очень скоро. Вы посмотрите, что происходит. То, что сегодня происходило активно в Алматы и в Астане, завтра будет происходить во всех городах страны. Никакая полиция, никакая армия не сможет справиться с такой волной. Более того, они будут с народом. Мы же видим, как действуют полицейские. Мы видим, как они отворачивают лица. Даже в масках им стыдно. Наступит день, и он не за горами, когда полиция действительно будет с народом. Смотрите прямые репортажи от ЦТК. Тысячи людей шествуют по улицам. Тысячи. Народ пишет, идет к зданию конгресс-холла. Собирайтесь, уважаемые друзья, собирайтесь. Надо бороться за нашу свободу.